Утро доброе, дорогие друзья. Хотя, наверное, ролик я выложу уже после обед, поэтому добрый день. Значит, смотрите, ребят, я нахожусь на основном аккаунте, такой в TV Royale заглядываю, а тут так много колод с големом, которые немножко изменились. То есть, изменился состав колоды с големом, новая дека появилась. Изменены три карты. Вот я так слистаю, и в основном три карты. Это дракона заменили на электродракона, ночную ведьму заменили ледяным колдуном, зап бревно заменили варварской бочкой. Иногда берут фаербол вместо поизвена. Непонятно, почему именно так. Остальное, в принципе, осталось. Поэтому я взял вот такую вот колоду, более подходящую. Я не знаю, что за мода пошла на ледяного колдуна, на варварскую бочку. Вот посмотрите в TV Royale. Там, если не каждая, то каждая третья колода с этими картами. Короче, хочу проверить, неужели ледяной колдун реально лучше ночной ведьмы. И сейчас, короче, пойдем в глобал и посмотрим, потому что я понятия не имею, почему его берут к голему, вот что в нем такого. Но у нас есть сплэш урон от дракона, зачем нам еще ледяной колдун? Ну я вам серьезно говорю, это не первая колода, ну ладно, там кто-то затестил, да, случайно попал в TV Royale. Я с каждым днем замечаю все чаще и чаще новые колоды с големом, то есть ночную ведьму перестали использовать. Да вообще в целом сейчас какие-то новые там связки появились, торнадо, еще с чем-то, короче, это жесть. Так, ну тут используем, короче... такое торнадо, естественно, принц добегает, к вышке доходит, но мы ему не отдаем полностью нашу сторону. Мега миньона бы нам законтрить. Это, короче, что-то с двумя принцами. Давайте здесь дракона. Скорее всего, это гигант. Так, мой голем доходит к вышке, прекрасно. Так, ну что, мы будем там наносить урон какой-то. Сейчас голем взорвется, найс. Так, дракон, к сожалению, бьет чисто принца, не достает до вышки. Так, ну, скорее всего, сейчас будет переход контратаки, хотя вряд ли. Нормально, нормально, слушайте, размен, я считаю, что адекватный. Так, окей, значит, здесь ледяной колдун и резко дровосек. Мне нравится в варварской бочке то, что, если смотрите, вот даже если соперник бы сейчас подкинул, к примеру, принца за гигантом, я бы смог варварскую бочку использовать, и тем самым там вылез бы варвар, и он бы еще на себя принца забрал. То есть я могу спокойно дровосека кидать на гиганта. Если было бы у меня бревно, то не было бы так легко, потому что ну, я кинул бы дровосека, а парень бы за гигантом кинул бы принца, да, к примеру, и все, и принц бы добил бы моего дровосека, и тем самым там бы вообще каша была, и мне бы снесли вышку. Но он все равно не докинул, поэтому ничего тут такого. Тихо, не-не, вышку я так не отдам просто. Хрен ему. Так, мегамуху сейчас смысла нету кидать, потому что он сразу же мегамуху на мегамуху. Я выброшу лучше дракона, пускай он на себя принимает урон. Сейчас он свою мегамуху, я своего мегаминьона. Сейчас мы быстро разберемся с его мегаминьоном. Он кидает фаербол, да вообще плевать. Здесь давайте дракон. Ой, ледяный колдун. Я всегда его драконом называю. Так. Ну что делать? Тихо, давайте, чтобы разгон принц не взял, сразу его так дровосеком замочим. Я не знаю, давайте варварскую бочку и дракона. Дракона, я понимаю, что это минус вышка, но мне как-то ж надо все равно дефаться, чтобы меня соперник на три короны не снес. Я не знаю, что сейчас делать. Наверное, надо было бы лучше поставить голема, но я, наверное, вот рискну и вот сделаю так вот. Так, тут варварская бочка, что за дела, я не понял, что за приколы, какого хрена тут ничего не сносится, вы видели в прикол, стоит гигант с принцем, дамажит вышку и их вообще никто не уничтожает, такое ощущение, что они бессмертные какие-то. Так, сейчас прилетит фаер, так, тут у нас дровосек, да ё-моё, блин, что за бред. Так, хорошо, варварская бочка, тихо, варварская бочка, да камон. Вы чё делаете? Тихо. 600 хп осталось. Так, окей, здесь ледяной колдун. Здесь дровосек. Тихо. У нас торнадо уже есть. Сейчас аккуратненько. Главное, чтобы гигант не нанес урон. Все хорошо. Так, ребятки. Давайте... Ой, мегамуху и варвара, наверное, закинем. Так, прекрасно, да? Здесь у нас ледяной колдун пойдет. Господи, как бы поставить голема? Вот как? Эликсира вообще нету. Давайте вот так вот ставим голема резко. Оп, все, вот просто голема. И закинем еще туда дровосека, например. Все, там он, кстати, сделал ошибку сейчас, мне кажется. Давайте попробуем принца вот так вот оттянуть, дабы побольше урона нанести. Здесь у нас дракон. И дровосек, давай, родной, давай, я верю в тебя. Все, о-хо-хо-хо.
Хорошая игра. Ну, против двух принцев сложно. Сложно даже было бы и с ночной ведьмой. То есть тут сложность была не из-за того, что изменения в деке, а реально два принца сложно контрить. Я знаю по себе. Я играл с двумя принцами. Поехали в следующую каточку. Так, сейчас, надеюсь, апнем 4900 кубков. Значит, ну что я хочу сказать. В принципе, недорогая дека. В принципе, дефаться легко. Вот, ну, опять же, два принца, конечно, заставили понервничать. Так, отличная игра. Да, спасибо. Кстати, я 0 урона получил. Ставим голема, давайте. У нас, блин, ну, варварская бочка, что-то в ней есть. Поначалу она мне не нравилась, а сейчас я так прям, ух, классно. Варварская бочка, привык уже к ней. Так. Ой, только не инферно. Только не инферно. Так, ну ладно, здесь давайте. Надо было так колдуна выбросить, чтобы он еще, короче, продолжил атаку. Короче, что? Понеслась. Так. Блин, разряда нету. Вместо разряда у меня варварская бочка. И вот хрен знает, что лучше. Ладно, давайте здесь так. Здесь варварская бочечка. Отлично, всех забрал. Так. Ну, не знаю, наверное, двойной эликсир нам нужен. Ну, без запа будет тяжело. Инферно нам контр, друзья. И у меня же колода с ночной ведьмой... О, давай тычку, варвар. У меня же колода с ночной ведьмой была с разрядом. То есть я бы хоть как там мог там еще сбить каст инферно. То есть сейчас у меня нету такой возможности. Поэтому, наверное, мне кажется, соперники... Ой, не соперники, а игроки стали брать электродракона вместо дракона. Ну и да, тут уже, конечно, логично будет... логичным продолжением будет ледяной колдун. Но мне кажется... Мне кажется, его электродракона, естественно, берут те, у кого он прокачан. У кого нет, те оставили обычного дракона. Ну, так как сейчас инферно уже у нас не будет, надеюсь. Закидываем. Лол. Так. Давайте варварскую бочку. А, понятно. Варварская бочка кривая, лучше бы я кинул пойзон. Так. Ну, ладно, у меня уже, в принципе, второй голем скоро будет. Сейчас он будет уже ракетами бросаться. Так. Ну, я, наверное, поставлю голема с краю карты опять, чтобы построить атаку. Но я не... Выиграть здесь, я не знаю как. Мне кажется, я не выиграю просто. Так, хорошо. Быстро задефались. Блин, я не знаю, как бы его... Не получится так. Не получится так. Поэтому давайте с помощью торнадо дефаться. Спокойно, да, дефаемся с помощью торнадо. Так, тут варварская бочка. Прекрасно, фуловый голем был бы, если бы не вторая инферно. Я вот сейчас опять поставлю голема, но мне кажется, он опять прокрутится до... Сами знаете чего, да? До опять адской башни. Окей, ставим вот так вот голема. Надеюсь, сейчас получится у нас. Так, окей, полетела ракета. Ладно. Давай, родной, давай. Всех сюда в кучку. Здесь у нас дровосек. Давайте варварскую бочку. Давай, банду гоблинов. Отлично, видели, да, предикт? Видели предикт? Ну все, сейчас просто я зажимаю его. Ему сейчас надо будет сливать 100% ракету. Либо он теряет вышку. Он не сливает, он думает, что этого достаточно будет, чтобы задефать. Но увы. Я, ну, практически сношу. Сейчас докручусь до нужной мне карты и снесу. Так. А, да, смотрите, даже крутиться не пришлось. Но опять же, я считаю, что с инферно мне контр. Просто он запожадничал ракету. Если бы он ее выбросил, то атака бы так не прошла. Но он думал, сейчас, короче, ракету на добивание. 4900, друзья. Прекрасно. Поехали, следующий бой. Мне кажется, что этот сезон должен быть нормальным. То есть я должен взять 600. Просто, я не знаю, вот как, какой-то он уже, вот начался хорошо, вот уже все уже на 5500, короче, там и выше сидят. Я думаю, что, блин, есть шанс хороший причем. Так, блин, ну почему у меня нет сейчас торнадо? Так, ладно. Ой, боже, кривой деф. Так, что мы можем сейчас, короче, сделать? Это, скорее всего, ребятки, мортира. Так, ну ладно. Вначале просто не было торнадо, поэтому урон пришлось пропустить. Тут дракон, естественно. Спокойно сейчас все это законтрили. Нормальный урон. Так, ну все, у меня есть торнадо сейчас. Хотя вот если он с летучими мышами там выбросит, будет тяжело переманить. О, летучих мышей он потратил. Ну что ж, замечательно. Окей, ставим голема. Копейщиков не дефаем.
Ждем его Хога. Если он его выбросит, он поставит мортиру. Нет, он выбросил Хога с другой стороны. Сейчас самое главное оторвать палец нормально, все, от экрана. А то у меня, когда я вот ставлю на нужную область торнадо, потом, когда палец отрывает айпада, всегда он соскальзывает и область сбивается. Вот, ненавижу такое. Так, смотрите. Сейчас вот делаем такую вот хитрость. Тут ледяной... Ах ты, успел, да? Ну ладно. Так, давайте... Блин, а что так долго сносишь гоблинов? Так. Блин, вот разбойники, конечно, круто дефают. Смотрите, танчит разбойник, а разбойницы просто все крошат. Блин, эту колоду я не знаю, как выиграть. Так, сейчас, короче, будет супер атака, да? Супер атака. Ну, давайте супер деф. Отлично. Так, ну что, сейчас двойной эликсир, в принципе. Значит, что нам получается мешает? Разбойники, да, очень сильно. Весь остальной мусор я дефаю, в принципе, там, драконом, колдуном. Ну ладно, думаю, что справлюсь. Так, ну тут варварская бочка однозначно. Куда там ты намылился? Так, теперь. Я вот еще не в курсе, есть у него там фаер или нету. Или там ракета, к примеру, да? Так, Хок. Я буду однозначно дефать. Так, разбойники. Разбойников сюда. Короче, подошли все по очереди сюда. Тут варварская бочка полетела. И еще один дровосек, смотрите. Еще один дровосек. Сейчас этот дровосек дает рейдж. И, да слушайте, неплохая дека. И, а, вот фаер. Ну, все равно смотрите, что я делаю. Смотрите, все три вышки дамажу. Вы это видите? Все три вышки одновременно. Вот это прикол. Так, торнадо. Ну и все. Ну я ему контр. Я помню, что я с големом контрил мортиру, поэтому что я так вначале переживал. Ну, просто так непривычно играть с этим, как его, ледяным колдуном. Вот такая вот, друзья, колода получилась. Я не знаю, буду я с ней апаться или нет. То есть, ну, в плане того, что такой связкой играть дальше. Пока что нормально. Но это пока 4900. Давайте откроем королевский сундук. Ну, короче, ребят, я вам говорил, что в начале сезона я всегда буду тестить разные деки, брать Стиви Рояли, играть одной, второй декой. Вот эта дека, которую я вам показывал в начале сезона, она у меня в архиве лежит, и я прям это, знаете, как козырь с рукава достать, и вот она у меня лежит вот так вот. Я ней пока не играю, потому что я уже ее проверил, она вот такая вот, я с ней буду в конце сезона. Ну а сейчас остальные деки, вот это хочу еще протестить, но это в следующих роликах. В общем, ставьте лайки, если вам нравятся мои ролики, нравятся мои онлайн-катки, колоды, пишите, возможно, какую-то колоду вы хотели бы на обзор отдельно от меня, чтобы я поиграл, покомментировал свои каточки. Ну и давайте наберем 5к лайков и сразу выпускаю следующий выпуск. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, до новых встреч, скоро увидимся. А, забыл сказать, у меня же стримы сейчас на другом канале проходят, ну вдруг кто еще не в курсе. Ссылку на него я оставлю в описании. Подписывайтесь и смотрите мои стримы. Все, теперь точно пока.